Без него, как говорится, ничего не достать и не добиться. Труд, который по одной из версий сделал из примата человека разумного, сегодня ставят во главу угла. Трудящийся человек – это важный элемент общества, который он, собственно, и создает. В нашем районе ежегодно проводят праздник труда, в ходе которого награждают и благодарят сотрудников различных отраслей и структур. Не стал исключением и этот праздник. Каждый труд почётен. И в нашем Щелковском районе работает множество предприятий, учреждений. И наши с вами граждане достойно представляют человека труда. Сегодня собрались в этом зале наши лучшие специалисты, лучшие профессионалы, талантливые работники, все те, кто по итогам года достиг наибольших результатов в своих отраслях, будь то промышленность, экономика, медицина и социальная сфера. Высокие гости приехали поздравить тружеников и пожелать дальнейших успехов в работе. Присутствовали на мероприятии представители министерств и ведомств Московской области, депутаты Московской областной думы и Щелковского муниципального района. Тысячи, десятки тысяч щелковцев сегодня работают в сфере экономики, в социальной сфере, в сфере услуг и создают сегодня те условия, в которых мы с вами живем. В зале действительно собрались те, кто своим трудом вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района. Награждали их медалями, почетным знаком Московской областной думы за труды, грамотами и ценными подарками. Среди награжденных были участники конкурса премии «Наше Подмосковье». Возраст награжденных, как и профессии, разные. Есть и совсем юные и опытные, не один десяток лет отдавшие почетному делу. Мария Ефремова – социальный работник профилактики социального сиротства. Такая относительно новая должность подразумевает поддержку и заботу, помощь со стороны соцзащиты. Ее получают семьи, в которых не все ладно, есть трудности. Мария признается, ее труд в удовольствие. Я бы сказала, это радость. Это работа с детьми, это общение, это как-то передаешь свои навыки. А вот Полина Пирогова написала сочинение на тему будущей профессии и также получила награду. Так как я с 4 лет занимаюсь спортивной гимнастикой до сих пор и хочу достигнуть звания мастер спорта и научить детей тому же. Сергей Банных работает в Московском областном колледже инновационных технологий. Его труд как никогда необходим. Мастер производственного обучения, он преподает ландшафтный дизайн и автомеханику. Сейчас у нас в России, как мы знаем, сельское хозяйство возрастает. Вот, и без нашей профессии как бы не обойтись. Поздравления не ограничились только подарками. Для всех участников организовали замечательный концерт с яркими творческими номерами. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».